Что думаете по поводу спецоперации? Я считаю, что это зло, но неизбежное. Иначе, ну, наверное, нельзя было. Я считаю, в целом у России не было других вариантов. Нехорошо. Какие варианты есть? Ну, наверное, уже вынужденные меры. Ну, во-первых, я за правду, я за Россию. Всегда и остаюсь. Мы же действительно защищаем страну нашего от националистов. Либо они, либо мы. То есть, как бы, ну, мы превентивно. Фашизм. Я против фашистов. Если бы не мы, то через день это была бы бомбежка уже на нашей территории. Вы считаете, по-другому нельзя было поступить? Это Америка. Мы никуда же не лезли. Тяжело так сказать, что именно я думаю. Ничего хорошего, особенно с ценами с нашими. Вы не поддерживаете спецоперацию? Ну, я поддерживаю. Это вот давно надо было сделать. Почему? Не могу ответить вот именно на это. Поддерживаете, но не знаете почему. Да. Ну, я считаю так, что это самое, что Путин правильно поступил. Надо было еще 9 лет назад это все делать было. Одессу надо было взять и Украину полностью взять. Для чего? Чтобы это все наша Россия. Мы сейчас Чернобыль уже взяли. Приднестровье, кстати, тоже наше. Одессу и Кишинев. Надо все полностью брать, короче, было. Вообще, вот так вот, территорию полностью. Польшу, короче, вот так надо вот, захватить надо все полностью. В Советском Союзе было хорошо, все у людей было. Я надеюсь, это все-таки вернется и будет. Я очень уважаю нашего президента. Слава тебе, Господи, такой появился у нас с 2000 года. И за нашу державу мне не обидно. Но ситуация, которая случилась сегодня, действительно, реально подняла его рейтинг в глазах большинства россиян. Ну, я думаю, что я гражданин Российской Федерации. Если наш руководитель принял такое решение, то мы, как законопослушные граждане, и должны, и обязаны его исполнять. А вы, если думаете по-другому, то вам нужно подумать. Скажите, как вы думаете, повлияют ли на нас санкции? Я думаю, что мы к ним приспособимся. Ну, ничего, проживем. Ну, ничего, на хлеб хватит. Понимаете, вот эти вот торговые отношения, они всегда были, есть и будут. Наши заводы уже выпускают эту продукцию, поэтому без Икеи однозначно. И их дорогих цен мы обойдемся это раз. Наши ребята за ту же зарплату будут здесь работать еще лучше. Честно сказать, Америка в сраке. Почему? У нас 43 ядерные бомбы, а у них 36 всего.